Сейчас только подумал, Лида, Львовна, дед, Ксюха, Рима. Кто вообще из живущих на планете к кому-либо может лучше относиться, чем я, Антон Буйнов, всегда относился к вам? И внешне, и вообще, и в целом, и изнутри наружу. И с другой стороны, кто на свете вообще из живущих кому-либо мог так хуёво относиться, как вы ко мне всегда?